Истории обманутых пайщиков разные. Одни годами копили на заветные квадратные метры, другие брали кредиты в банках, а третьи одалживали у знакомых. Квартира была куплена в 2015 году на рождение сына. Собственно, вот он. Вот. Как раз супруга родила, ребенку исполнился один день. Вот. Я созвонился с отделом продаж, вот. Приехал, взял все накладные и пошел, оплатил 3 квартиры и 2 паркинга. Михаил рассказывает о жилом комплексе «Набережный квартал». Жить недалеко от моря в новострое, да и к тому же за относительно небольшие деньги. Идеальный вариант. Мужчина решил купить сразу 3 квартиры. Застройщик обещал, во втором квартале 2016-го можно будет заселиться. Но еще весной прошлого года строительство остановилось. С осени застройщик просто закрыл офис, ушел, и корреспонденцию вручить ему невозможно. То есть никак связаться с ним невозможно. Всего в «Набережном квартале» купили квартиры больше 300 семей. Похожие истории с пайщиками «Морской симфонии». В отличие от наших предыдущих героев, эти люди ждут свои квадратные метры уже почти 10 лет. За это время менялись застройщики, а у пайщиков рождались дети. У некоторых малыши уже ходят в школу, а обещанной квартиры все нет и нет. Приблизительно в таком же режиме живут инвесторы жилого комплекса «Адмирал». Когда мы покупали квартиру, как бы ребеночка вообще даже не было. Этот жилой комплекс начали строить еще в 2005-м. Сегодня это серое пятно на карте нашего города. Возвести не возвели, а деньги одесситам так и не вернули. Пайщики уже успели познакомиться с представителями строительной компании горе-застройщика. Общий язык не нашли. Да что делаешь? Тихо, тихо. Я ударила? Тихо. Вы видели камеру? У всех наших героев после покупки квартир жизнь все-таки изменилась. Теперь в ней имеют место судебные волокиты и многочисленные акции протеста. Вместо уютных жилых комплексов их ждут ужасные серые здания.